Всем привет, с вами Тёмка Игроман, мы с вами продолжаем Куб Эскейп Парадокс. Сразу, смотри, взирай. Взирай, что умею. Взирай. Видал? Видал. Рецепт врача. Да, именно он. Так, продолжаем. Что мы сделали в прошлой серии? Мы восстановили оленю зрение. Теперь он у нас зрячий. Была загадка с глобусом. И мы с вами... Самое-то главное, что было в прошлой серии, мы выяснили, что у нашего чувака больная голова. И мы прошли в его сознание. И это самая сложная загадка из прошлой серии была. Так, кровь. Подтереть. Идеально. Вот так все подтирает. Хаос флиппер, помнишь? Я думаю, ты помнишь его. Так же все это делается. Так, все убирай. Все убирай. А что, не стирается вот это пятно? Нет, стирается. Так, Чего? Часть флайера с дырками с какими-то. Это, судя по всему, надо куда-то... А у нас есть такая вообще штучка? Была. А где? Здесь? Нет. Не здесь. Здесь. Да не здесь. Да не здесь. 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 Парадайз. Не знаю, почему вспомнил. Но, видимо, вспомнил. Расти Лейк. И чё? Мег. Да тут один и тот же текст написан. Води на машинке, получившее это слово. Так, получается, нужно еще какую-то бумажку найти. Нет? Вот тут. Все понятно. А тут есть буква У, чтобы Расти. Я смотрю по слову Расти. Нет, ее нет. Ну вот тут прям идеально, потому что там и написано снизу Расти Лейк. Но слова-то одни и те же получаются, да я даже выровню. Вот. Все одно и то же получается. Конечно, вот здесь. Так тут нету слов. Чё? Мы поможем вам сбалансировать субстанцию ваших прошлых жизней. Бёрн. Ну идеально, кстати, проходит по точкам, хотя, скорее всего, точки здесь не имеют никакого значения. Пойдемте, введем Бёрн. Я сомневаюсь. Скорее всего, нужно будет найти вторую бумажку. Ой, сомневаюсь я. Нет, смотри, я молодец. Угу. Учись на своих ошибках. Вместо того, чтобы проваливаться вновь и вновь. Угу. Чё-то, чё? Сожги все, что горит. А чем? У меня спичек. Сигаретой. Или просто так? Нет, сигаретой. Все, что горит. Так, подожди, это может полезть ножницами. Да, это может полезть ножницами. И что? Опять же дырки сделать, да? Вряд ли. Ну, посмотрим сейчас. Все, что горит, то есть... Точки. Что за точки? Что это? Ладно, буду по точкам прямо. Сигара. F. Спички. Свечка. Динамит. Рыба. Лайф! Идеально. Вводим. Пока что серия хорошо началась. Я какую-то жизнь не так сделал. Лайф. Серьезно? Ой, я дебил. Разучился простое английское слово писать. Через ай. Дебил. Ой, дебил. Жизнь. Еще что-то. Будет кровь.
Убей всех. Ну, типа, сожги всех живых. Да, что ты делаешь-то? Сожги все, что живет. Ну, нормально. Так, это у нас... А, подожди, забыл. Я вижу. Ага, совмещаем. Так, это креветка. Что-то спички не нажал. Червяк. И рыба. Red. Красный. Не. И опять. Включи телевизор. И позволь ей найти... И позволь ей найти тебя вновь. Да, именно так. Сожги все красное. Так, опять режем. Телевизор. Что-то я даже не вижу каких-то параллелей между этим всем. Так, красные губы. Красное сердце. Красная клубника. Красный помидор и красная роза. А, понятно все. ТВ 910-019. 910-019. Телефон, телефон, смотри, телефон. Потому что я не знаю, какой порядок здесь. Но, скорее всего, ТВ 910 это, ну, на всякий случай. Так сказать, пополняю коллекцию фотографий из Кубы Скейпа. Кстати, все фотки, которые я наделал, я их не удалял. Серьезно, я их не удалял. Попугай. Сиди. 910, да? Давайте попробуем сделать 910. Ой, ты что делаешь? 900. Фу! Да... Нолик же. Так, 910. 910 же, правильно? 910. Плей. Да, 910. Так, баба там стоит. Это мы с вами идем к шурме. Look behind you. Оглянись. И будет и поймай скримак. Называется так. Угу. Ясно, пень. Здравствуйте! Move my face. Сдвинь мое лицо. The other way. Другой путь. Что? По глазам ориентироваться? По глазам ориентироваться. Да, по глазам. Здорово! Крокозябра. Чё за дичь? Ё-моё! И чё? Обрывок платья! Последняя улика! В деле 23. Ясно? Так, где там? Где там? Вот. На ещё там накалякана ещё. Так, S. А на тех же тоже символы были. Окей, сейчас беру, короче, фотою. Беру фото. Так, круг с точкой. Давайте я вот так вот буду делать. Круг с точкой, перевернутая Т. Перечеркнутый квадрат, перечеркнутый треугольник. И S. И S. А что значит цифры? D первая. Так, блин, так тут фоткой-то не отделаешься. Короче, надо блокнот доставать. Потому что это, во-первых, сейчас будет все неудобно, дико. Я надеюсь, вам не слышно этих звуков. Так. Так, получается, D первая. D. D первая. Перечеркнутый получается. Так, давайте я лучше перечерчу вот эти все символы, потому что мне сейчас иначе будет не просто так. Ага. Ага. Так. Так. Так, перечеркнуть треугольник и S. Так, D первая. D у нас это перечеркнутый треугольник, если я не ошибаюсь, да. Перечеркнутый треугольник первое. Так, B это...
Ага, это второй. Чего? Да, правильно, би это второе. Это Т получается. Так, эй, это у нас круг. Это я помню, это третье. И получается четвертое. Это у нас перечеркнутый квадрат. Не знаю, скорее всего, я ушибся. Ну, давайте вводить. Получается, первое – это треугольник. 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 Второе – перевернутая буква «Т». Где ты? Так. На... Ну, что делаешь? Третье – круг с точкой. Так. Четвертое. Так, переш... Так, четвертое. С. Правильно, все, С. И... Да, все, правильно, я немножко перепутал. И пятый перечеркнутый квадрат. А, по, почему я тут сбился символ? Все правильно, по-моему, нет. Да тут же... Не понял, а что у меня все символы-то посбивались? Я что-то нажал? Песня Харви! Какого-то нафиг Харви? Не Дента, надеюсь? Ну, пошлите, вставим ее в проигрыватель. Где, кстати? А, интересная песня. Выпить мне его. Выпить, правильно. Я выпил. И меня, короче, колбасит жестко. Меня колбасит жестко. Походу, это какой-то алкоголь или даже наркотик. Или, может, все в перемешку. Ну и чё, долго ты трястись-то будешь? Что это? Изо рта достал ключ. Ясно все. Спасибо. Ключ. Ключ от вот этого. Нет, он серебряный. Хотя, может, и подойдет, мало ли что. Не подошел, значит, от двери. Я надеюсь, что с первой головой все. Да, от двери. Ага. Идти вперед, по следам. Мы с вами идем по следам. Не лагай. Так. За птицей. Мы идем за птицей. По следам. По следам или за птицей? По следам и за птицей. Это, скорее всего, сова из предыдущей части. Так, теперь направо. Теперь снова по следам. Ай, здорово. Здорово, что ты делаешь? Ага, птица меня ждет, это хорошо. Это сова, да, это сова. Ой, ты что делаешь-то? Здорово, Каркарыч. Did you make the right ты сделал choice? Правильный выбор. Что это у тебя? Карта. В смысле? Не понял. Не понял. А что мне надо сделать? Сюда выбраться. А что за вот это вот? Что за крестики? Короче, я как понял, смотрите, вот запомни, где мы, я отодвигаюсь еще налево.
Мы в другом месте, все правильно. Я сначала... Так, ну мне надо сюда, ну я посмотрю, что за крестики. Так, что там, подожди, что там? Ага, вниз и три раза налево. То есть уже два. Вниз, раз, два. А, вверх и налево. Вверх и на... Здорово. И налево. Указательный камень. Я должен смириться с картой. А так вот это. Сюда нужно? Тут же тупик, в смысле. Это нужно точно правильно. Два вправо. Так, три. Один, два, три. Ну сюда, ну стоишь пока. Ну тут нет у меня с картой. Ну окей, сверился с картой. Получается мне теперь... так, и вниз. Так, и вниз. Вправо и вниз. Теперь два раза вправо и два раза вниз. Раз, два. Раз, два. Ага. И теперь туда. Что здесь? Это статуэтка ворона. Я должен все статуи собрать, да? Так, теперь мне надо вот сюда, получается. Я и без понятия, зачем это нужно. Так, вправо, вверх и два раза вправо. Так, вправо, вверх. Так, теперь вниз. Раз, два, три. Вниз и три раза направо. Вниз, раз... Два, три. Заборчик. Теперь два раза вниз и два раза налево. Раз, два. Два, сказал. И два, кровь. Опять ты, здорово. Так, теперь вниз, если я ничего не... Вниз и налево. Вниз и налево. А тут нету... А, тут путь опять. Сверяем с картой. Надо говорить, все то же самое. Смотрите, это получается вот сюда опять этот дичь ведет. Ну-ка. Да, все правильно. Да, все правильно. Так, один раз вправо. Один раз вверх. Два раза направо. Так, один раз вправо. Вверх. Раз. Раз. Пошел вон. Два. Два раза вверх и один раз налево. Раз, два, налево. Теперь два раза вверх и направо. Раз, два, два и направо. И направо. Баба. Статуэтка женщины. В смысле? Ну понятно все. Теперь, ё-моё, теперь сюда надо. Так, вниз и три раза, о, получается, влево и два раза, влево, два раза вниз, влево, раз, два, два, вправо, два раза вниз, вправо. Раз, два, два. Да чё ты не нажимаешь на два? Теперь, главное, щёлкнуть, чтобы запись выключить. У меня карта рядом с иконкой записи. Да. Так, два раза вправо, один раз вверх. Раз. Оба-на, оленя убили. Да, нифига себе. Здорово, хотел сказать. Так, и чё ещё? И один раз вверх. Так, и сразу, окей, поверну сюда. Теперь какая-то черная тут слизь. Теперь 1, 2, 3, 4. 1. Здрасте. Что за дичь? Я убил этого дауна черного, прикинь?
Отомстил за оленя! Олень, братан, я за тебя отомстил! Да, так, три раза вперед. Чё, он сбил меня кардинально? Два. Говорю, сбил меня, подожди, дебил этот черный. Так, еще один раз и налево, потом вверх. Налево, налево. Потом все, я убил этого дауна черного, понажимав ему на нужные точки. А мы, кстати, с вами к финишу постепенно подбираем. Молодцы разработчики, продумали. Так, три раза. У нас же еще статуэтки не собраны. Три статуэтки получается. Так, это получается у нас что? Ага, нам сюда. Получается вот так, вот так, вот так и вот так. Прикинь, запомни. Статуэтка мужчины. Судя по всему, это наша. Так, все-таки нет. Так, три раза туда. Два, три. Видишь, как засчитал, как дедушка прямо. Так, вперед и налево. Вперед. Стена, великая китайская. И налево. Теперь все статуэтки сюда. Все, вперед. Если мы с вами статуэтки не взяли бы, мы бы не прошли просто так. Тут проходи. Вот оно. Здорово. И этот призрак ее убьет ножом. А кто это? Все, он перерезал ей горло. А кто это был? Цель этой главы, ну, из самой собственной игры, доказать, кто убийца. А кто убийца-то? Черный. Потом в мозгу в итоге окажется, что убийца это я. Где я? Мелец. Вчерай. Мелец. На локации. Я здесь уже был. Я ж тебя убил! Я чувствую себя иначе. Ха! Заметил! Мы прошли первую главу. Поздравляю, вы прошли главу 1. Можете приступить к главе 2. Посмотреть фильм и получить все скрытые дочери. Посмотреть фильм. Интересно. Ну, глава 2 у меня, собственно, уже есть. Поэтому нажимаем продолжить. Заходим в главу 2. Опять заново эта вся, эта свистопляска. Где я? Я здесь уже был. Судя по всему, да, ты здесь уже был. Я чувствую себя иначе. Так, нету цветков. Растение, скорее всего, надо будет его посадить. Лампа. У оленя опять нету глаз, а теперь он снова слепой. Это снова тут все закрыто. Ну, кроме этого, конечно. И появилась какая-то, что это? Мельница. Это какая-то опять дичь. Так. А, я понял, смотри. Получается... Ага, раз. Два. Опять еще то же самое положение. Короче, я так понял, мне нужно просто прогнать ее по всем положениям. Я не понимаю, какая-то опять фигня по типу какой-то, не знаю, какой-то загадки супер-мега-эпичный какой-то. Ну, допустим, давайте посмотрим, смотрите как, то есть. Это получается... Это не получается. Это не получается. Ты слышь, мельница, ты... Что из себя представляешь-то вообще? Ну, допустим, вот здесь она уже есть. Ага, теперь и здесь она есть. Теперь и там она есть. Тут
есть. Так. Ну, допустим. Сейчас на дурачка попробую. Ничего не понимаю. Ну, допустим, одно есть. Так. Сейчас, получается, вот это должно встать. Да, смотри. Мы что, даже мельницу не можем крутить? Можем не крутить. Ну, подождите, а... Ну, допустим, я вот так вот сделаю, прям ровно на середину. Так, а если... Ага, а если мы сделаем... Угу. Ну, на дурачка, опять на дурачка. Потому что я иначе не понимаю просто. Так-то что ли... Не то, подожди. Ну-ка, давайте мы ее опять с вами установим. Блин, как она стояла до этого? До этого она как стояла? Вот так? Теперь вот так. Ну и что? Меняется-то ровным счетом почти ничего, только добавляются какие-то новые финтифлюшки. Да вот смотрите, я прокрутил ее сюда, теперь давайте крутить ее обратно. То есть вот так вот. Обратно, то есть, как мы там, два прокрутили раза? Вроде два. Сейчас опять же попробуем установить ее на то же самое, в принципе, положение. То же самое положение, получается, теперь обратно. Видал? Видал? Думаю, что я... Бумажка! И что мне сделать? Потеряться, что ли? Так, картина какая-то. Я рад, что мы решили эту загадку с этой мельницей. Так, картина. Что-то подгружает. Картина. Что теперь здесь? Рука! На тебе бумажку! Может, у тебя бумаги нету? На тебе бумажку! Не на тебе бумажку. Я понял. Так, тут опять все закрыто. Так, ё-моё, давайте сразу здесь разбираться. Так, здесь, собственно, ну, это я уже понял. Так, смотри. Давай тогда пока отложим вот эту вот, будем разбираться с вот этой. Так. Угу, вот так. Вот так. Ну, ё-моё, ты видел? Не, ну ты видел? Видел? Так, одну сюда запускаем, другую туда запускаем. Ничего не получилось в итоге. Давайте, допустим, вот так. Допустим, вот так. Допустим, а как теперь? А вот никак. Вот никак. Так, допустим, эту мы вверх выгоняем. Эту мы сюда прогоняем. Это мы сюда. Это вот так. Это вот сюда. Это вот так. Подожди, ну-ка, стой на месте. Так, подожди-ка. Давай-ка мы за место вот этой вот поставим сюда вот эту вот. Так, сюда нужен квадрат. Так, он две, считайте, у нас уже... Ну, так, теперь нам надо выгоняем вот эту, прогоняем вот эту, теперь выгоняем вот эту, нет, так, давай тогда вот так попробуем прогоним сюда вот эту вот,
поставим сюда вот эту вот и поставим сюда вот эту вот. Так, ну в принципе пока все правильно, мы делаем то, что нужно делать. Так, теперь я вообще ничего не понял. Так, теперь. Так, теперь нам надо вот эту вышвырнуть. Все, нормас. Теперь вот с этими делаем. И вот так. А у нас та-то все равно одна-то осталась. Так, мы ее с вами вот сюда сейчас выглянем. Кого мне делать-то теперь? Что ты делаешь? Встань! Так, получается, как-то вот это нужно... Все, нормас. Теперь это смещается вот сюда. А вот а как теперь? Ну, допустим, все нормально. Вот так. Теперь вот это смещается вот сюда. Вот это вот сюда. Все, с одной разобрались. Теперь тут-то, в принципе, дело за малым. Эти две стояли правильно, вот эти надо просто местами поменять. Так, эска сюда, эска вот. Все, здесь уже легко. Нет, подожди, вот так. Все, тут уже все легко, нормально. Главное сделать одну. Бумажка! Еще одна бумажка! А зачем мне столько бумажек? Может... Ё-моё! Я тебе говорю, в финале кажется, что это мы убийца-то. Видите, он в отражении видит этого призрака. Рука... Кораблик... Что ты... Хрен поймешь. Телефон... Сигара зажженная. Все это заперто. Опять же, нужен треугольный ключ. Тут тоже все позапирали. Все то же самое. Не красный флакон Д. Понятно, короче, здесь теперь нам нужен не красный флакон, а синий, собственно. Так, это все проектор какой-то. Да, это проектор. Сюда нужно что-то, видимо, прицепить, что-то вставить. Фу, что это? Протекло. Не включается. Может, это фотку надо собрать? Где? Вот здесь же, да? Да, смотри, фотка. Давай первую используем. Так. Ага, это вот так. Вторая, это вот так. Два клочка осталось. Где нам их брать? А, замуж скажу, теперь у нас кто? Никого. Но это поправимая дичь. Давай еще раз туда посмотрим. Никого? Ну, возможно, тут и никого и не будет теперь. Может быть, фотография раскопать? Телек-то мы теперь уже включить можем. Ничего себе. Да, можем, смотри. Может, она как в прошлой главе вот здесь-то будет валяться? Что вот здесь такое? Я пока не понимаю. Какая-то комната... Может, я сигарету дать? Нет. Не просит он сигареты. Может быть, я покурить? Я снова застрял здесь. Ты не хочешь уже курить. Так, по-прежнему не открывается. Не открывается. А что ж делать-то? Что ж делать-то? Нам нужно полюбаться. А, вот здесь может быть что-то есть. Конечно! Бумажка... Рыба. Внезапно. Ты что тут делаешь, рыба? И отвертка. Ну, отвертка, это я понял, что с ней нужно делать. Вот здесь вот. Только рукоятка. Так. Вывинчивай. Вывинчивай. Ё-моё, его надо собирать, он сломался. Так, а, да вот так, ну это все тут просто. Вот так.
Вот, вот так. Что? Так, скорее всего, будет вот так. Ага. Все. Все, заработал, отлично. Отвертка пропала. Так, вставляем кусок. Расти. Отсюда будет лейк. Теперь где найти следующий кусок? Конечно же! А что все то же самое-то? Это как-то... Ну, конечно, не все прям то же самое, но, блин, заметно, что почти все. Так, лейк. Расти лейк. Ё-моё! Так, 945-й канал! А, ментальное здоровье и рыбалка. Место для освобождения разума. Размышления о прошлом, настоящем и будущем. Посмотри ТВ Расти Лейк. 945-й канал. 945-й канал. Сейчас посмотрим Расти Лейк ТВ. Так. 900. О-о-о! Все, мне мозги не варят уже. Да. 940. Ворон! Углубить свой разум. Ха, настоящий, кстати. Look at the painting. Посмотри на картину. And burn your soul. И сожги свою душу. Посмотреть на картину. Крипо вообще. Здрасте, ключ. Ключ. Это ключ от вот этого. Да. Ё-моё! Нож. Водичка нужна. Дровишки нужны. Дейл... Вандермер, психологический рапорт. Имя Дейл Вандермер. Дата рождения 18 декабря 1930. Род деятельности детектив. Фото пациента. Подпись к картине. Тест на личность. Тревожность. Злоупотребление алкоголем. Психическое злоупотребление алкоголем. Нифига себе. Ихтифобия, депрессия, которая... На, ихтифобия. Тут депрессия. Клаустрофобия. Ё-моё. Алкоголь, получается, газетная статья. Пациент страдает от детской травмы. Детской травмы. Субстанциональных страхов, тревожности и потери. Некролог. Не переводится. А, потеря чувств реальности при расследовании дела об убийстве. Так. Вызвала не никто, а тот, кто вызвал необработанные воспоминания. Да что ты делаешь-то? Пациенту будет выписано направление в психиатрическую... Кого? Психлечебницу с хорошей репутацией. Флайер! Был, по-моему, флайер какой-то. Помню точно. Глаз! Ты нафига я утопил-то? Олень, наверное, надо вставить. Нет, не надо оленя вставить. А что кому надо вставить, узнать, судя по всему, в следующей серии. Ладно, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, на ВК, ставьте подписки, чтобы были новые ролики по Кубоскейпу, Парадоксу и другим видео и другим играм. Всем удачи и всем пока.